Всем привет, друзья! Вы на канале Мир и Мир, и сегодня продолжаем рубрику «Выживание эксперта», «Вышивка эксперта» или «Ванилин эксперта», «Ваниль», да. Ну ладно, вы поняли, в чем суть, и сегодня раскрою все карты и расскажу, что сегодня я буду строить огромнейшую базу свинозомби вон над тем океаном, потому что там, мне кажется, самое удобное, что будет. Я взял, короче, все шалкер-боксы, вот эти вот 4 шалкер-бокса, полностью запичканы разными предметами. И сейчас мы уже, наверное, будем строить ферму свинозомби. Как вы знаете, она строится... Да, точно, я забыл Джека. Без него я не смогу сделать этих вот снеговиков. Вы спросите, почему именно над морем? Потом Колян снимет видео, окей? Окей, Колян, но только не сейчас. Сейчас я снимаю, да. И... Как сказать... Да, и потому что снеговики тают в пустыне, а вот там вот над морем они не тают, и поэтому именно там я их буду развивать. Ну, вон та, тут вот мой котенок, тут мой грум, с которым я часто торгуюсь. Он что-то не обновляется, какой-то вредный грум, наверное, спать не хочет, вот не обновляется. И да, скриник Дмитрий, когда я его недавно смотрел, говорил, что теперь... Нам надо для каждого жителя делать отдельный дом. Но он не просчитал, что может делать общежитие, где жители будут жить всей толпой, там будут несколько таких вот обновителей, и все жители прекрасно обновляются такими темпами. Ну, короче, вы понимаете. Ладно, я передохну, и мы уже начнем строить нашу ферму. Вот, ребят, я уже строю мостик, почти достроил с моим котенком. А, кстати... Котята спавнятся теперь в деревне и в деревнях, точнее. И теперь я уже не буду скучать. Я буду со своим котенком гулять, как бы да. А то раньше все один делал. Теперь он будет помогать. Не знаю как, но все равно будет. Ладно. И, кстати, мне не страшно падать, потому что тут подо мной вода, все такое. И даже если я упаду, это будет вообще не страшно. Ну и ладно, мы сейчас что-то достроимся, и я уже вам покажу. Ну вот, ребята, я построил колоссальнейшую, огромнейшую просто такую вот, как сказать, платформу для своей фермы. И теперь здесь у нас что? Здесь у нас исцеление и каменные кирпичи. Но исцеление мне пока не нужно. Сели силы, вау. Тут все подряд, короче говоря. Зелье плавного падения мы не будем пока пить. Все равно здесь вода мне страхует. Так что, да, котенок, посиди пока тут. Хотя, ладно, бегай. И... Что сказать, здесь я, короче, построил платформу из всего подряд, но что их объединяет, то что все кирпичи и стекло в стиле эндермира. Ну, кроме вон там, вот там я. Там я уже использовал каменные кирпичи, потому что эндерняк и пурпур у меня полностью кончились, а также такое пурпурное стекло. Да, если я захочу строить что-то еще в стиле эндермира, то мне понадобится сходить и залутаться пурпуром, эндерняком и другими блоками. Ну, как бы, зато да, платформа готова, но это всего лишь... 10% работы. Теперь мне нужен вот он. Вот это вот, что мне нужно, самое важное. Сейчас мы скинем вот эти вот каменные кирпичи, они нам пока не пригодятся. И, в принципе, тыквы мне тоже пока не пригодятся, ну ладно. И мы сейчас возьмем обсидиан отсюда, зажигалки, и будем уже строить сами порталы. Так как моя ферма, то есть это не моя ферма, а ферма пятерки, такой блогер. Подпишитесь на него, очень круто снимает видео. Ну и, в общем, да. Это ферма его, и я поэтому... Хочу вам сказать, что он ее придумал, но я ее построю у себя. Это не запрещается, да. Сейчас мы вот уже не будем болтать с вами лишний раз, а возьмем и будем строить. Ну и вот, ребята, посмотрите, какая идеальная у нас ферма. Это просто красотища. Это такая огромная она просто. Ах, ребят, нет слов. Такая красота у меня получилась, честно говоря. Это текстура щит севера, не обращайте внимания. Так, пошу, да получай. Хотя свинозомби вообще не важно, что ему там скелет делает. Да, получается, свинозомби, он на меня внимания не обращает, он обращает внимание на какого-то там этого, снеговика. Ну вот, короче, там по рельсам едут вагонетки, которые собирают весь лут собранный. Там то же самое, я вложил примерно 20 блоков золотых таких вот. Но не волнуйтесь, скоро я их все окуплю. Потому что эта ферма окупается довольно быстро, просто не знаю, что там. Не знаю, что там произошло вообще, что-то свинозомби медленно спавнится. Но так они должны спавниться очень быстро. Вроде сложная сложность, но не знаю. Ладно. А, вот, один свинозомби уже упал. Отлично. Ну, а мы сейчас пока что пойдем. Пускайте свинозомби... Да, вот снеговики... Да, ладно. Не будем лишний раз болтать. Я объясню, зачем нужны снеговики нашей ферме. Дело в том, что когда моб агрится на кого-то, то с него сыпется опыт. И таким образом можем лутать опыт с использованием снеговиков. Потому что они как бы эти самые... Агрится на снеговиков, а снеговики уже как бы благодаря ним мне дается опыт.
не знаю, что-то дар комментатора опять покинул. И мы сейчас соберем все ресурсы, почему-то они оказались здесь, я сам не пойму, что вообще происходит. И сейчас мы все соберем, я уже немножечко поболтаю, наверное, насчет своего канала, насчет выживания эксперта, и мы уже будем заканчивать нашу рубрику. Ой, второй раз уже в своей жизни оговариваюсь, говорю рубрику, а не серию, да. Оканчивать рубрику я не спланирую, эта рубрика, мне кажется, бесконечна. Ладно, мы сейчас тут покопаемся, соберем всякие нужные ресурсы, подоргуем с жителями и к вам уже вернемся. Да, вот отлично, тут уже гнилая плоть. Жаль, вот эти вот машины не собирают опыт, но ладно, простим им. И мы сейчас со своим котиком пойдем торговать с жителями и уже вам покажем, как, что у нас получилось. Кстати, да, с текстурами карты щит с севера дождик становится вот такой вот. Кислотный, опасный. Я сам, кстати, рисовал эти текстуры, если что, если кто спросит. Да, потому что я всегда рисую сам с текстуры, мне нравится это занятие. Ну ладно, мы сейчас, наверное, поубиваем утопцев, потому что их лут мне очень пригодится. Жаль, кошка никак, собака не будет их атаковать, если я атакую. Ну и ничего страшного, ладно. И мы уже потом подытожим наше выживание. Ну и в общем, ребят, вы помните то, что там была магма, конечно, около той фермы, но я ее убрал, потому что эти вагонетки с воронками вели себя как-то по-идиотски, поэтому... Не все, не весь мой лут попадал вон туда внутрь, то есть в мой сундучок. И поэтому я решил вообще, короче говоря, убрать эту магму, чтобы весь лут от фермы попадал. И не было такого вот убытка в КПД. Ну, а вот это вот мы пока сюда сложим, фейерверки, не знаю. Я пока не буду летать на элитрах, но все-таки лучше возьму фейерверки, потому что они всегда пригодятся, да. И не знаю, наверное, сейчас я пойду в шахту, потому что у меня вообще дефицит, вот, как это называется, короче говоря, дефицит угля, а уголь он всем нужен. Без угля не пойдет никакое дело. Нужно там и варить, и все такое. В этих печках жарить. Короче говоря, уголь одно из самых важных вещей в Майнкрафте. Поэтому уголь мне обязательно пригодится. А также он нужен для факелов и освещения всей территории. Поэтому я пойду в шахту и добуду угля. Потому что, смотрите, какая у меня тут плачевная ситуация. То, что в печках, короче говоря, по 30 штук угля вообще. Это не очень хорошо. Ну и ладно. Сейчас мы уже там до конца доделаем свои вещи и вернемся к вам. Ну и ладно, ребят, на этом мы можем подытаживать наше выживание эксперта, потому что мы здесь уже много чего сделали. Мы здесь построили ферму свинозомби, которая очень красивая. Колян, не чавкай, пожалуйста. И мы также скоро, скорее всего, опять вернуть монумент и буду его уже осушать. И потом, когда я полностью осушу монумент или хотя бы его половину, я вам покажу. Кстати, да, луна красивая в текстурпаке. Огурец какой-то. Ладно, и все. На этом мы заканчиваем наше выживание. Сейчас мы еще посмотрим, что там в нашей ферме. Она как хорошо работает или нет. Да, прикинь, золото. Какой КПД. Сразу мне будешь должен 100 баксов. Ладно. Ну и сейчас мы, скорее всего, проверим и уже будем подытаживать наше выживание. Да, ребят. Кстати, пишите, как насчет конкурсов на моем канале, потому что я хочу создать свои конкурсы. Да. Скоро уже, наверное, они будут. Потому что я... Люблю устраивать конкурсы, и я верю, что вы любите их проходить, да. Ладно, и мы сейчас проверим просто для интереса. Да, видимо, не очень так хорошо работает наша ферма, но все-таки да, она все-таки работает. Да, вот здесь вот в два раза лучше, ну ничего страшного. Потому что наша ферма скоро нам принесет кучу дохода и полностью себя окупит. Ну и ладно, спасибо за внимание, ребят. Вы были на канале Мир и Мира, и всем пока.